Посмотрела они или ты с ним поговорил? Нет, посмотрела просто мне. Я уже сюда положил? Без понятия. Не знаешь? Чтобы велосипеды не украли, их надо завязывать. Я, правда, не знаю, воруют их здесь или нет, но велосипеды не наши, поэтому лишние, чтобы этих не было. Нету? А ты ни разу себя не в этот положил, не в карман? Нет. А вот он, все, я нашел. Самое интересное, что сейчас самое главное, не просто поесть надо, надо еще зарядить камеру, потому что сейчас мы поедем в этот, на гору. На гору, да. Супер поел. Супер курица. Ну что там? Получается? Вообще, люди обычно завязывают, не обычно, а те, кто уже профессионалы, завязывают не просто так, а завязывают колеса, потому что воруют, очень часто воруют колеса в Европе. Ну, я думаю, надеюсь, что не своруют. Да, я надеюсь, что прямо рядом с баром, с нами, да, с рестораном. Все не произойдет, потому что мы его так оставим. Так, все, давай. Камеру. Пойдем. Жалко, что на улице, конечно, нельзя. Я не хочу на улице. А, не хочешь? Давай вот здесь вот. Да, руки там. И сядем здесь. Да, можно и вот здесь. Так, друзья, пока выключаюсь. Такое вот кафешка. Сейчас я вам еще покажу, что тут. Есть там цены, меню? Пойдем, присядем. Да, вот туда. Есть, что тут есть. Давай. В принципе, есть. Все есть, да? Курица есть. Курица есть. Бутерброды, сандвичи, круассаны, гамбургеры. Угу. Вот гамбургер, пожалуйста, 2 евро, 3 евро. Гамбургер 3 евро, да, стоит? 2-3 евро. А такое вот меню, вот обычно как бы меню, сколько пиццы стоит? Пиццы, нет меню. Нету такого? Пиццы, вот начиная с 5 евро. Пицца, это в смысле на пицца или же кусок пиццы? Пицца, пицца. То есть нормальная пицца, да? Салаты около 5-6 евро. Угу. Потом салаты, вот, вот эти, вот меню, как ты говоришь. Наггетс с чипсами и таким вареным яйцом. А что такое наггетс? Омлет, испанский омлет. Наггетс, ну, такие кусочки курицы. А, кусочки курицы. Замороженные, знаешь, которые обычно во фритюре. Испанский омлет с русским салатом, 4 евро. Сосиски, чипсы, ну, в общем, картошка и жареные яйца. Ну, вот такое получается. 4,50. Ну, в общем, и так дальше. Вот это 8, вот что стоит? Смотри. Вот самое. Рыба с картошкой. Салат, кольца, лука и картошка. Угу. Потом рыба какая-то тоже и жареный тунец. В общем, рыба, все такое стоит около 8 евро. Пицца стоит кусок 5-6 евро. А остальные купас, вещи... Купас, потом эти разные. Ну, эти топазы я не хочу. Так, напиток. Потом у них еще есть меню дня. Там это какой-то спагетти там какие-то или паста какая-то. В общем, ну, макароны с чем-то. Угу. Хлеб входит, напиток и какой-то сыр. Угу. За 6 евро. Это меню дня. Да. А что за напиток? Чай или? Ну, не знаю, любой напиток. Кока-кола какая-нибудь, наверное. В общем, друзья, вот такие вот цены, это примерные цены в этих местах, в этих городах. Как этот городок у нас называется?
Эль-Медано называется вот это место, где мы находимся. Мы специально отъехали от... Вот там набережная идет туда дальше. Мы специально отъехали от набережной, потому что всегда-всегда на набережной дороже. Потому что там цены выше. Здесь же, когда ты от набережной отходишь, где туристов меньше тусуется, да, и вообще пляж отдыхает, то есть где вот все движения меньше, естественно, чуть-чуть цены ниже. И вот как мы сейчас видим, так оно и есть. Примерно вот эти цены там бы стоили бы, допустим, вот 6,90, там бы это стоило бы на евро, на 2 евро, иногда и на 3 евро дороже. Такие дела. Так, пока все. Выключаюсь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.